большой аквариум с этими, со скатами. И с ними плавают дайверы, водолазы. Фотографируются со всеми желающими. И скаты вокруг них. И акула даже там наверху вроде есть. И не одна. Три акулы. Скат вот большой. И дайверы. Напоминаю, мы в Кемдене, Нью-Джерси. Аквариум. Новогодние праздники мы решили отметить вот такой поездкой в аквариум. Билет. За троих человек мы заплатили $80 за билет. Степа вот тут уже красуется. Скаты красавицы. Акула. Не боятся их абсолютно, не обращают даже внимания. Вот они, вот они. Вот они, вот они. Классно. Вот она идет, красавица. Черепаха там тоже есть здоровенные. Вот они, акула. Черепаха там. Welcome to Ocean Realm. At 760,000 gallons of water, this is Adventure Aquarium's largest exhibit. Ocean Realm is home to over 600 individual animals. Как будто летит, машет крыльями. Красавчик длинным хвостом. Еще один. Вот такая красота, малята. Дайверы плавают с акулами. Большой аквариум со всех сторон обсматривается. Дайверы то с одной стороны, то с другой стороны. За веревку что-то они тянут. Стая желтых рыбок. Дядя плывет, показывает хай. Зовет туда. Не с детками. Are you scared?